Объявление. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью телерадиокомпания «Арис» реализует цифровые телевизионные приемники для просмотра 20 каналов эфирного цифрового телевидения без абонентской платы. Обращаться по адресу: Парк культуры и отдыха имени Гагарина, телерадиокомпания «Арис». Телефон 444-24. Будущее в тестовом режиме наступило в Кумертау в середине сентября. Это объявление на радио «Арис» – одно из важных знамений наступления эры цифрового телевидения в Кумертау. А этот нехитрый электронный прибор – это наш проводник в мир четкой картинки без помех. 20 бесплатных телеканалов высокой четкости HD – теперь неотъемлемая часть жизни кумертаусцев. Для их приема большинству телевизоров необходима специальная цифровая приставка и обычная антенна. Есть и телевизоры с уже встроенным приемником, но сейчас это скорее редкость. Приставка ловит не только телевизионные, но и радиоканалы. Для переключения между ними хватает нескольких простых манипуляций. Все настраивается автоматически и довольно быстро, даже местное время. Одним из первых преимущества нового телевидения оценил Эльдар Якшибаев. До покупки цифровой приставки на комнатную антенну он худо-бедно принимал 7 телеканалов. Обычная комнатная антенна, но постоянно приходилось крутить антенну, настраивать там на каждый канал. А здесь я смотрю, очень красиво. Советую приобрести этот усилитель каналов и цифровое телевидение посмотреть. Но не пожалели? Нет, я доволен. Первый, «Россия-1» и «24», «НТВ», «Пятый канал Петербург», «ТНТ», «СТС», «Карусель», «Муз-ТВ» и другие телеканалы попали в бесплатную раздачу новой цифровой вышки. Ее каркас в районе Пионерской горы подняли еще в прошлом году. Однако, чтобы она начала раздавать сигнал должным образом, потребовалось время. Сейчас это, можно сказать, типовой объект, построенный в рамках федеральной программы развития телерадиовещания. Данная вышка принимает каналы посредством спутниковых антенн, затем распределяет их на округу по технологии DVB-T2. Это цифровая технология наземного эфирного телевещания, которая заменяет текущую технологию Т и позволяет просматривать телеканалы первого мультиплекса в качестве HD. Цифровая вышка в Кумертау не первая и не последняя в республике. Только за сентябрь такие появились как минимум в 5 районах. Их вещание уже охватило 60% Башкортостана. Попасть же в большое сообщество цифрового зрителя очень просто. Достаточно приобрести специальную цифровую приставку и обычную антенну.